кажется, формат этих видео не обязательно, так как у меня и так уже было просто куча на канале. Да, не знаю, зачем я это с собой делаю, почему я убиваю настолько сильно свой организм. Ну ладно, вам нравится такой контент, так что вот, сегодня я снова буду не спать всю ночь. В этот раз я постараюсь реально пройти этот челлендж, то есть начиная с 8 часов вечера и заканчивая до 6, до 7 часов утра, ну то есть до рассвета. This is gonna be terrible. Я не знаю, что я буду делать, как я буду выживать, потому что время только 8 часов, а я уже хочу спать. Пожелайте мне удачи. Как и, в принципе, всегда, начать этот челлендж я хочу с подготовки своей комнаты, создания атмосферы и вайба на сегодняшнюю ночь. Сейчас здесь все уберу, наведу порядок и обязательно включу свой эстетик совет. Склад свечек, разных вонючек, которые сделают вкусно пахнущую мою комнату, и я даже не знаю, что мне лучше подсветить, но я все-таки склоняюсь вот к этим вот свечкам, вот в этой вот вазе, которую мне подарили на день рождения, и использую вот такой вот аромаспа-запах с цветочками. Создан, теперь все идеально. Так, я сейчас пойду в душ, помою голову, немного взбодрюсь, потому что я, честно, уже начинаю засыпать, хоть и времени даже еще нету, 9 часов вечера. Да, Настя, почему всегда так, когда я снимаю видео, не сплю всю ночь? Я обязательно почему-то хочу спать больше, чем в обычные дни. Не понимаю, почему так происходит, но в общем, сейчас я пойду в душ, помою, сниму макияж и будем с вами продолжать челлендж. Выглядит, и я все равно должна просто на все 100, потому что это мотивирует меня не спать, да. Не знаю, видите ли вы или нет, но время сейчас 9:30, и я считаю то, что, наверное, самое лучшее, что убивает время, это просмотр фильма или какого-то сериала. И как раз-то сейчас планирую этим заняться, так как в доме все еще все бодрые, никто не спит. Подумала, почему бы не посмотреть фильм. И как раз, когда все заснут, уже начнется у нас с вами движ. Да.
обеда смотрела фильм. Время сейчас, кстати, без 5:11. Не скажу то, что фильм мне прям очень-очень сильно понравился, но убить время очень-очень хорошо помогло. До рассвета у нас с вами еще куча времени, еще даже 12 нету. Так что сейчас, пока я еще бодрая, веселая, хочу это потратить время на съемку контента для моего второго канала. Если вы еще, кстати, не подписаны на него, то обязательно подписывайтесь, да. Сниму пару видео, и забыла, что я хотела сказать, но, в общем, сейчас я буду краситься, приводить себя в порядок, и потом будем с вами снимать. Да. На кухню и приготовить себе кофеечек, чтобы взбодриться. Yes. У меня здесь есть сгущенка, молоко, кофе. Сейчас будем с вами делать просто пушку и надеюсь, что мне это поможет. Потому что в прошлом, честно, кофе мне вообще не помогало. Я в любом случае заснула. Кофеючку, вот такая вот шоколадка, кофе, брейк, и потом приступаю к съемке видео. Скинкер опять, и, возможно, сделаю какую-нибудь масочку, потому что это у нас уже с вами такая, знаете, мини-традиция. Если я снимаю не сплю всю ночь, то я обязательно All Night Long Moisturizing Mask от бренда One Sense Love My Glow. Делаем ее. Да, что еще сказать? Также решила то, что параллельно почитаю книжку, которую мне подарили на день рождения. A Good Girl's Guide to Murder. Да, еще не начинала ее, так что мне кажется, то, что сейчас будет самое то, потому что время сейчас 2:30, еще куча времени, так что... Время чтения, да.